Всем привет, друзья! Ну что, давно не было у нас распаковок. Ну и это видео у нас совершенно спонтанное, потому что я ничего не заказывал. Это, так сказать, презент каналу «Осязаемая музыка». То есть посылка от подписчика, посылка от Сергея, уже вторую посылку он присылает, так сказать, поддержать канал, чтобы ролики выходили. Вот благодаря Сергею сегодня у нас распаковка и новое видео на канале. Сергей уже присылал мне подарок. Это вот этот вот шикарнейший винил Two Brothers on the Fourth Floor Best Of. Вот он у меня до сих пор, шикарная пластинка. И еще сегодня вот прилетел подарок от Сергея из Беларуси. Пришлось его растамаживать, но ничего я за это не платил. За растаможку и, собственно говоря, как бы никаких проблем с получением данной посылки не возникло. Да, было предупреждение, что санкционные товары могут попасть под... Короче, их просто отправят назад. Но я конкретно указал, что вот и посылки, а здесь CD-диски, Сергей сказал. И все, никаких проблем, тут же посылка была выпущена с таможни, пришла на мое отделение, на мое почтовое отделение. Такая вот посылка, что здесь, я вообще не знаю, Сергей не сказал. Единственное, он сказал, что там будет твой нелюбимый альбом, блин, ну это, тут можно только догадываться, что здесь. У меня есть нелюбимый альбом рэпа, соул, попсы и так далее. Ну что, давайте, наверное, вскроем и посмотрим, что же здесь и какой же мой, так сказать, нелюбимый альбом, по мнению Сергея. Так, сначала снимаем пупырку вот эту вот. Дальше идет картонная коробка. Что, ой, там много дисков. Так, вот теперь будем разрезать и смотреть, что же здесь. Знает это только Сергей, что у нас здесь. Ну и мы с вами сейчас тоже узнаем. А вот я уже вижу. Но так неинтересно. Я разрежу так вот еще. И как-то буду их доставать по очереди. Ну что, погнали, так сказать. Будем распаковывать. Ну и первый компакт-диск. Jam and Spoon. Калейдоскоп. Отлично, Серега, спасибо. Такого диска у меня нету. Это будет прям огонь послушать. 97-го года альбом. Нет в коллекции. Блин, класс. Такой вот диск. А что же было у них в 90-х? Калейдоскоп Скайс, точно была эта песня. Ну слушай, прям сейчас, наверное, его и поставлю. Я, конечно, не знаю, что здесь еще есть. Так, ставим уже на наше место. Сюда вот Jam and Spoon, Калейдоскоп, огонь. Достаем второй диск. Плазма. Вот это я уж не знаю, что это. Выпущен на Dance Pool LDC. Вернее, проект LDC, а альбом Плазма. Вот это вообще мега интересно. Американский диск, кстати говоря. Лицензия Dance Pool, а диск американский Miami, Florida. Так и написано, Made in USA. И вообще шикарная здесь надпись, которая меня сейчас прям, ух, согрела мне душу. Год 1993. Понятия не имею, что это вообще. Ну, на Dance Pool должно быть все хорошо. Вот такой вот альбом. Ставим также сюда. Идем дальше. Опять LDC. Это какой-то мегапроект. 96-го года. То есть допускаю, что это следующий, может быть, альбом. Может, через один выходил. В общем, надо будет посмотреть, что за LDC. Вот так вот все это выглядит. Вот такие вот альбомы, блин, ребята, даже не знаю, что сказать. Не знаю такой проект LDC. Ну, узнаю. Аж два альбома у меня теперь в коллекции. Ох как! Ребята, Download, Third Dimension. Ну, это я знаю, это европейский хип-хоп. Это, по-моему, их третий альбом с классными композициями. Здесь есть композиция HIV, здесь есть шикарная христианская композиция Thank You.
Ну, это прям So Long Goodbye. Шикарный альбом, да, у меня его в коллекции нема. Но тогда о Download надо будет как-то поговорить отдельно. Download Third Dimension. Серега, спасибо за такой классный подгон. Какой же из этих альбомов мой нелюбимый, например? Так, ну здесь вообще что-то интересное. Джесси Уэйр, What's Your Pleasure? Я не знаю, что это. Вот это для меня тоже загадка. Понятия не имею, вот в таком пакетике. Сейчас откроем, посмотрим, как выглядит это внутри. Тут аж двойник, что ли? Да, двойной диск. Platinum Pleasure Edition. Джесси Уэйр. Все, мне сказать нечего. Я не знаю, что такое Джесси. Кто такая Джесси Уэйр? Сергей меня в тупик поставил. Хоть бы год рассмотреть. Что за год-то? И не видно нифига. 2021, по-моему. Что-то из нового. В общем, будем смотреть, будем слушать. Так, тут стоит он в дикипаке здесь. Не факт. Не падает. Так, это еще не все. О, ребята. Culture Beat. Метаморфозис. Не было в коллекции, теперь есть. Серега, спасибо, шикарный подгончик для коллекции. Прям вообще огонь. Culture Beat, Метаморфозис. Ну, будет повод делать обзор на конкретно данный альбом. Супер. Это 98-й год, Метаморфозис. Блин, классно, классно. Такой подгончик дисков, а? Как вам? И вам видосы, и мне тут вообще. Ну и, ой, ой-ой-ой, какой. Все, коробка пустая. Ну, Серега, я так понимаю, что мой нелюбимый, наверное, был Culture Beat Metamorphosis, ты имел в виду? Из этих, потому что кто такая Джесси Уэйр, я не знаю. LDC или LCD, LDC, я тоже не знаю, что это, я сейчас буду слушать. А вот то, что это, ну, блин, ну, Серега, большое тебе спасибо. Это шикарнейший альбом 90-го года. Просто офигенный альбом, у меня не было его на диске, нет его на виниле, я все думал купить его на виниле. Но знаете, как винил стоит недешево, и все время так, ай, как бы он есть, я на кассете у меня записан, да. Думаю, ладно, не буду. И диск как-то вот я не купил в свое время, когда я там очень часто покупал диски. Ну, не купилось, вот как-то не купилось, да, и не было у меня этого диска. Теперь есть, Сергей, большое тебе спасибо вот за конкретно этот диск, и он новый. Он не просто вот в таком конвертике, как была Джесси Уэйр, а полностью запечатанный альбомчик, вот такой вот. Это, ребята, Pet Shop Boys, альбом Behavior. Великолепный альбом с композицией Being Boring. Блин, ну класс, So Hard, ох, Jealousy, вот я теперь даже не, и это оригинал 90-го года, это не переиздание, в общем, у нас грядет очень много обзоров на Download и Culture Beat, Джесси Уэйр, даже не знаю теперь, что первым слушать, но чувствую, я сейчас вот это буду первым слушать, потому что это офигенный альбом, 90-й год, полностью новый компакт-диск, вот сюда его куда-нибудь и поставим. Оп, ну его открыть нельзя, а он не хочет, а он хочет падать, скажем так, ну вроде стоит. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дисков Сергей мне прислал, блин, Серега, большое тебе спасибо, прям вообще огонь. Сейчас точно пойду слушать Pet Shop Boys, вот этот альбом, он будет 100% первый, потом буду ознакомливаться с LDC, да. Как он тут назывался-то правильно? LDC, да, дико интересно, что это, но сейчас Pet Shop Boys будет 100% первый. Шикарный альбом, обожаю этот альбом. И вот да, у меня его не было на фирменном диске, вот сейчас есть, благодаря Сергею. Супер, большое спасибо. Ну и, ребята, я думаю, вы в комментариях должны Сергею сказать спасибо. Вот прям пишите, Серега, спасибо, потому что благодаря Сергею у нас сегодня вышел ролик. И распаковочка, кто же не любит распаковки? Распаковки любят все. Такой ролик в данной ситуации мне вообще дико классно записывать, потому что здесь не надо никакие картинки вставлять, ничего. Просто показал и все, минимально по времени. Но когда я его залью, я не знаю. Недавно вышел ролик про
распаковку, что послушать, Crystal Viper, идет он, все вроде как писали, давай сегодня выкладывай, выкладывай, но что-то как-то увидели, наверное, heavy metal и решили, мы не знаем, что это, и смотреть не будем, просмотры идут туго, ну вот пускай идут, когда их будет побольше, выйдет этот ролик. Ну, Сереге я, собственно говоря, я-то ролик выложу и дам ему ссылочку, чтобы он сделал там, чтобы он только по ссылке мог посмотреть, ему вот такое спасибо будет от меня. Ну, ребята, всем спасибо, кто посмотрел. В комментариях обязательно пишите Сергею спасибо за подгон осязаемой музыки. Вам получился ролик, да, надеюсь, было интересно. Ну и как-то так. Все, Серега, тебе спасибо. Всем спасибо, кто посмотрел. А пока, всем пока.